Раз, два, и там третий прыгает. Ну, вроде всех притащил. Надеюсь, сейчас она против не будет. Кать! Я вот всех притащил, их трое, как я и говорил, как ты и просила. Нет, это не то! Да в смысле не то, но их же трое! Я обещал троих, обещал! Ты хочешь тройняшек? Вот тебе тройняшки, три зайчика! Я тебе говорю, это не то! Это не то! Она говорит, это не то. Все, тогда ладно, оставайтесь здесь. Сейчас притащу тебе то, что будет то. Ага. Раз, два, три. Ну вроде все правильно, вроде опять не ошибся. Кать! Трое! Вот! Тут тоже тройняшки. Ты чё творишь, а? Отпусти бедных осликов на волю. Ты вообще уже совсем кукуха двинулся. Ну-ка быстро на волю их. У нас вот так свой есть. Но это не то. Ну ты совсем что ли? Это не то. Зайчики не то. Ослы не то. А чё тебе то-то то будет? Ладно, сейчас тебе притащу такое. Офигеешь просто. Давайте. Ярики, сухопутки, только в воду не прыгайте, сюда, на корабль, сюда. Вот там один, а два остальных, ну они где-то под кораблем плавают, я их троих притащил на палатке, они где-то здесь рядом, вот один. Господи, да что ж ты с животным миром-то делаешь, куда нам этих ослов, куда зайцев, а ярики-то нам зачем, у нас свои тут плавают, иди их на место всех отводи, ну что ты творишь? Так ты сама хочешь тройняшек, ты мне всем мозг вот этот проела. Тройняшки. Ну просто кто смотрел предыдущую серию, тот как бы знает, то, что я там, ну, трезубец один выбил, а кто-то Кате рассказал то, что я трезубец выбил. Я хотел это в тайне сохранить, а Катя это узнала. Поэтому я сейчас ей вот эти животных и притаскиваю, но ей ничего не нравится. Если ты так сильно не понимаешь, что происходит, я тебе сейчас объясню. Ты обещал мне свадьбу и троих детей. Давай, выполняй, быстро, прямо сейчас. Так, я это говорил, когда 10 миллионов подписчиков нас набирается, тогда и будет свадьба и дети. Это когда я желание при вот этом при трезубце загадывал. 10 миллионов есть? Нет. Вот когда будет, тогда и я, и тогда я подумаю. Так это же надо попросить срочно всех подписаться, кто не подписан, и тогда быстро уже наберется 10 миллионов. Ну, так я проси об этом, быстро, проси! Ну так если кто-то хочет тройняшек и свадьбу, ну 10 миллионов тогда получается. А сейчас пошли в баню. Куда? В баню, говорю, за мной, быстро. Давай, а чё? Бегом, без лишних вопросов. Жду тебя в бане. Ты чё, так резко попариться, что ли, захотела, или чё, не понимаю? Сейчас тихо вообще, тихо, чтобы никто не услышал, тихо. Но ты же понимаешь, что дошло все слишком далеко. И никакой свадьбы, никаких трех детей. Я очень сильно хочу 10 миллионов подписчиков на твоем канале, но не вот это вот то, что ты загадал. Поэтому давай как-то, я не знаю, что-то придумать надо, а? Ну, надеюсь, меня никто не слышит. Ну, тебя никто не слышит, кроме вот тот, кто... Тебя все слышат, я же ролик записываю, ты чё делаешь? Да блин, всё, хватит, блин, это все шуточки, вот эти вот минуточки. Ну выпал, трезубец, выпал, чё сидеть, пердеть, стоять вот это, ну с кем не бывает, ну у кого-то трезубцы выпадают, кто-то тройняшек рожает, ну вот и все, Катя, а сколько ты детей хочешь? Это не важно! Это все равно еще не скоро! Это не скоро, и это не важно! В первую очередь 10 миллионов, а потом уже дети! Перестань это говорить! Ну фигня же! Фигня настоящая! А чё фигня-то? Все нормально, красиво стоят. Красиво, но мало. И как-то они плохо работают. Нам же свечи нужны. В новой версии Майнкрафта же свечи добавили, а для того, чтобы свечи делать, надо соты пчелиные. У нас есть с тобой пчелиные соты? Есть, вот смотри, вон там выросли соты, вот тут уже можно собирать. Ну хочешь, я еще тебе улей поставлю, вот сюда продолжим. Ну соберем мы сейчас, ладно, здесь у меня вот ножницы. Соберем мы сейчас вот эти соты, где ножницы выпали. Вот, соберем мы сейчас одну соту, вторую соту,
третью и четвертую. А для каждой свечи в Майнкрафте по 100 нужны. Где мы их еще брать будем? Пчел-то нет, они все куда-то разлетелись. А как это нет? Они же вот тут у нас летали. Ну, то есть, как бы, ну вот я видела пару пчел здесь где-то были. Бесполезно! Если мы хотим крафтить свечи в новой версии Майнкрафта... А, подожди, а медь? Окисление меди же в новой версии! Для окисления тоже нужны вот эти соты, чтобы сохранять окисление! Где мы их тебе возьмем, если пчел нет? А знаешь, почему пчел нет? Пошли, я тебе покажу! Я тебе сейчас покажу, где все пчелы! Давай, сюда за мной! На второй этаж нашей конюшни! Это место они почему-то любят больше всего на свете! Иди вот сюда! Вот! Ну-ка, ну-ка! Смотри! Я в душе не чаю, почему они все туда забиваются, но они всегда здесь находятся. Вот и почему. Так, ну слушай, это личная жизнь пчел. Они сами решают, где им быть. Значит, им нужно построить улей тут, раз им там не нравится. Так самое главное это то, чтобы они работали, трудились, мед нам приносили. Давай на крышу заберемся, давай его вот сюда. А что они делают? А что они делают? Они нифига не делают, потому что... Опа! Потому что они всегда в один блок почему-то... Вот, смотри, они обратно туда хотят забить. Я не знаю, почему им нравится так вот эта конюшня. Может, они пчелы, лошади или что? Ну вот так ты воспитал своих пчел, молодец. Я их вообще не воспитывал. Поэтому я тебе предлагаю сделать нормальную, бесконечную ферму, конюшню для пчел, чтобы они там работали круглые сутки и приносили нам кучу меда и пчелиных сот, а не вот это вот все, что они сейчас делают. Как давно мы с тобой не занимались бесконечными фермами? Слушай... Ну так давай, я тебе готова помочь хоть прямо сейчас. Еловые бревна, потом терракоту, потом еловые доски, потом стекла, двери и в конце самое главное для фундамента кирпичи. Вот давай собирай и пойдем выбирать место, где будем строить нашу ферму для пчел. А кирпичи каменные или какие? Кирпичные! Кирпичные кирпичи обычные, которые красные. Ну они такие серые, из камня кирпичные, без каменный кирпич, это они? Красный кирпич, который из кирпича, который красный. А, то есть надо красный краситель добавить или как-то покрасить? Нет, надо кирпичи сделать или чё? Да в Майнкрафте нет кирпичей, как обычно они бывают, как на стройке там стоят. Такого нет в Майнкрафте, ты чё? Ты чё, до сих пор не знаешь, как кирпичи, что ли, крафтятся? Так, погоди, погоди. Все, что я знаю, это благодаря тебе. Так что тут у тебя вопросики, как бы. Почему не научил меня кирпичи делать, а? Откуда я мог знать, что ты настолько нубасист? Так, бери лопату, пошли за кирпичами. Лопату для кирпичей? Слушай, ты сегодня точно выспался, а? Иди за мной сюда. Ну, ты самая... Здрасте, извини, нечистая сила! Ты самое главное, смотри, если увидишь где-то их здесь, сразу кричи. А, так... Кирпичи в воде? Ну, Ники... Ты там серьезно? Ники, иди сюда спускайся! Не кирпичи, ну кирпичи же как бы из чего-то должны крафтиться. Вот, смотри! Глина! Вот! Ее мы и добываем, только у тебя лопата твоя странная на шелковое касание вот блоки добывает. А так нам вот эти блоки нужны. Вот, глиняные блоки. Потом в печку их добавляем, из них получаются кирпичи. А уже из кирпичей мы делаем кирпичные блоки. Все просто. Как многого я не знала до сегодняшнего дня. Слушай, вот из тебя учитель, конечно, такой себе. А давай ты умничать там не будешь, а? Я откуда мог знать, что ты такие банальные вещи не знаешь, как крафт кирпичей? Давай. Ну я тебя толкаю. Давай, ближе к Кате. Давай, вот туда. Вот. Почему мистер Крипер на воде плавает? Что сегодня за день открытий в Майнкрафте происходит, а? Так это вот как оно происходит. Просто из глины получается кирпич. Слушай, да ты реальный вот учитель тот еще. Даже не научил меня обычные кирпичи делать. А ты что, спрашивала что ли, чтобы я тебя учил? Ну я откуда это мог знать, а? Вот. А, то есть ты сам не знал. Так подожди, так с этой всей глины всего лишь 26 кирпичей. Так там нам нифига себе сколько. Так, ладно, все остальные ресурсы бери и потопали вот в эту сторону. Я уже примерно знаю, где мы с тобой будем строить вот эту пчелиную ферму.
Ну вот, вот, вот здесь. Вот это же фигня ненужная нам как бы не нужна, получается. У нас же есть свой личный портал на корабле, вот там он находится. А вот это висит в воздухе и даже никакой пользы не приносит. Ее сейчас к чертовой бабушке снесем и на ее месте построим загон для пчел. Это я тебе уже говорила, что я тебе голову снесу. Не надо ничего убирать. Он отлично здесь смотрится. Это дизайнерский элемент нашей постройки и нашего города. Поэтому сейчас мы его украсим, он будет здесь стоять. Не трожь его. Я у тебя забыл спросить, знаешь, трогать мне её или не трогать. Чё хочу, то и трогаю. Тебя разрешения спрашивать не буду. Ломай давай. Ах, вот оно как. Я сейчас тогда тебе вот эти кирпичи не отдам для постройки. Да я тебе построю потом портал, который в 30 раз будет лучше смотреться где-то в другом месте. Я тебе обещаю. Ломай давай. Обещаешь? А, да, давай. Ну ладно, смотри мне. Здесь внесем небольшие поправочки, удлиним нашу территорию, чтобы наша постройка поместилась. Давай вот с той стороны делай. И примерно, ну где-то вот здесь она будет. Вот здесь она уже, можно сказать, будет заканчиваться. Вот так, они, вот. Они жирновато ли для пчел? Нормально, чем больше постройка, тем больше пчел внутри, тем больше меда они будут приносить. Все нормально, Кать. Ну ты медовый магнат, конечно. Повторяй за мной с той же стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу, вас понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь также давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь у нас идут наши любимые кирпичики. Примерно как-то вот так, шесть штук. И потом опять еловые бревна. И терракоту выкинь сюда на бочку. Так погоди, это реально выглядит как кирпичи. Ну как настоящие кирпичи, которые вот проложили, там замазали цементом, сверху еще кирпичи, цемент, кирпичи, цемент, кирпичи. Ты что, их первый раз в жизни что ли видишь? Это обычные человеческие кирпичи. Это майнкрафтовские кирпичи, да, я их вижу в первый раз вообще. 2 года в Майнкрафт играешь, за это время ни разу кирпичи не видела. Ой, все, терракоту свою держи. Раз, два, три, четыре, пять. Отойди в сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Уже и кирпич заканчивается, и все в этой жизни заканчивается. И еда даже закончилась, уже даже кушать нечего. Короче, ты сгоняй за едой и за кирпичами, которые там пережарились. Крафтик самое главное. А я пока закончу строить фундамент для нашей постройки. Все, вот так она примерно будет выглядеть. Вот такая она будет в длину. Ну, с одной стороны большая, но с другой стороны, как я говорю, чем больше постройка, тем больше пчел внутри. Слушай, ну это уже даже не ферма пчел и меда, а завод целый. Слушай, а напомни, как кирпич крафтится? Кирпич из 4 кирпичей крафтится. А, все хорошо, сейчас приду. Ага, давай. Раз, два. Тут возьмем другие ступеньки. И здесь еще одни ступеньки возьмем. Мы, Катя, с тобой три типа ступенек будем использовать только для вот этой крыши. Замшелые булыжные ступеньки, обычные булыжные ступеньки и из каменного кирпича вот примерно как-то вот так. Ап-то ядрить ты колотить. Ну ты давай, строй там, не останавливайся, мой юный дизайнер. У тебя прям круто получается. Может, мне тебе помочь хотя бы? Давным-давно уже бы пора мне хотя бы как-то помочь. Жопу домой потащи, из песка стекло сделай и давай все тут застраивай быстро. Слушай, может быть, я тоже хочу строить, а не бегать туда тебе, сюда вот это вот притащи то, принеси вот это, сбегай туда, прибеги обратно. Ты у меня помощница или кто? Ой, все, бегу, короче. Вот так-то и надо, без лишних разговоров. Это у нас сюда, 3 блока пропускаем сюда, и еще вот сюда, и последний вот сюда. Теперь нам нужно сверху поставить по 2 заборчика. Ага. Вот у меня, конечно, работа трудная. Да, молодец. Ну, как бы что-то серьезнее я тебе не доверю. Строй вот это. Как ты, кстати, можешь заметить, мы эту стенку немножко изменили, потому что на будущее-то надо думать. Здесь, с этой стороны, у нас же будет находиться та самая бесконечная ферма сот, которую мы интегрируем в эту нашу постройку. А сейчас надо до конца завершить нашу почти достроенную крышу. Вот так. Ты, кстати, стекла принесла?
Да, да, принесла, конечно. Ну тогда иди строй. Сколько раз повторять? Вот эти все окна, которые снизу, закрывай их стеклами. Давай, а я пока здесь все закончу делать. Ага. Извини, пожалуйста, что отвлекаю, а вот такой небольшой вопросик, мини-вопросик. Ты не подскажешь, где у нас стекла находятся? У тебя ведь в инвентаре, ты же их принесла. Ты песок просил перенести? Стекла! Стекла, слушай, там просто видишь, это, видимо, ветер подул, я не услышал. Сейчас я стекла принесу, все без проблем. Давай, чтобы я третий раз не повторял, хорошо? Стекла. Да. Ляпота. И честно тебе скажу, намного круче это все смотрится, нежели какой-то бесполезный портал, который просто висел в воздухе. Так, это сюда? Не вот сюда, а вот сюда. И засраивай это все стеклом, который, да, надеюсь, ты притащила. Давай. На этот раз уже притащила. Слушай, я теперь тогда с тобой согласна. Хорошо, что мы все-таки убрали этот портал и построили такой шикарный дом для пчел. Это да, только двери ты как-то криво поставила, поэтому надо будет поменять. Все, а здесь внутри это все мы застраиваем полом. И даже не спрашивай, почему пол у нас будет из грязи, потому что здесь как бы пчелы будут летать. А пчелам нужна природа. И потом мы еще пойдем на твою ферму цветов и притащим сюда как можно больше всяких крутых цветов, чтобы пчелы имели с чего добывать пыльцу. Не, ну правильно, все-таки пчелам же здесь жить, а не нам. Поэтому все нормально, все должно быть по канону. Добро пожаловать в маленький завод по производству меда и сот. Проходите, проходите, знакомьтесь. Это первая наша постройка, в которую будет интегрирована ферма. Кстати, а зачем нам тут эта дырка? Ну потому что там будут наблюдатели и раздатчики, тут же будет ферма находиться. А здесь по центру будут пчелы летать. Ну да, логично. Здесь наблюдатели, под наблюдателями ульи будут, над наблюдателями раздатчики будут, а в раздатчиках ножницы будут, чтобы автоматически вырезать соты, когда пчелы будут заносить мед в ульи. Там, короче, сложная схема, не углубляйся, но я тебя уверяю, Катя, то, что все будет работать просто как часы. А сейчас пошли за наблюдателями, за раздатчиками, за всей маминой мамой. Сейчас быстренько за 2 минуты сделаем ферму и покажем, как она работает. А ну, коней-то приостанови чуть-чуть. Кого? Мы с тобой целое домище построили за эту серию. Все, отдыхать, банька, парилка, там шашлык-машлык, потом достроим. Так сейчас проще же все сразу в одной серии сделать, показать, как это работает, и потом пойти отдыхать. Слушай, я лично уже устала, не знаю, как ты, поэтому я тебе даже помогать не буду. Хочешь, строй один. Ага. А по поводу тройняшек ты там еще не передумала? Может, самое время как раз-таки еще сделать, а то подписчики требуют в комментариях. Трое детей. Чего ты там пукнула? Ну-ка, ну иди сюда! Забери свои слова обратно! Да я-то тут при чем? Ты комментарии-то прочитай! Его вот эти подписчики каждый день просят. Эдисон, давай ребенка. Ну так вот, давай, тройняшек. Это ты виноват! Ты загадал желание, тебя никто не просил вообще! А я-то тут при чем, если трезубец выпил? Я же выпал, я же не просил вот этого топленька трезубец не выкидывать, верно? Верно. Но ты просил это желание, ты просил троих тройняшек и... троих тройняшек, это же 9 получается, тьфу! Ага. Ну так тройняшек не я же рожать буду, а ты? Ты будешь рожать, все! Ну и разве что если научишь.